Это Бакс. Кстати, паркурист. Он постоянно, когда играет, крутит волл-спины. Ну, что ты делаешь, а? Сегодняшний выпуск будет немного отличаться от всех остальных. Мне пришли посылки. Это AliExpress. Кейс для GoPro-шечки. Обошелся недешево, пришел относительно быстро. Крышки, крепления. К этому я шел долгие годы. В случае, если у вас очень много девайсов для камеры, нужно выбросить вот эту держалку. И тогда у вас помещается практически все. Ну, а это придется держать отдельно. С первой посылкой мы закончили. Перейдем к другой. Вот она. Я еще не открыл ее, а у меня уже очень приятные ощущения. Так как... Нет, сперва открою. Воу. Нормально. Что у нас тут оказалось? Наклейки. Гребень. Спасибо, что выбрали нас. Каждый купленный продукт – это огромный вклад в наше развитие. Заморочились даже на самой коробочке. Инструкция. Масло для бороды. И мыло угольное для рук и тела. Blackstone. Блин, такие ништячки прикольные. Это да, это все для ухода за бородой. Я, кстати, это сейчас продемонстрирую. Используем масло, читаем инструкцию. Вымой бороду. Вымыл, расчесываю. Как вкусно пахнет. Дерево. Избавься от лишней влаги. Сделал. Капни 2-3 капли масла на ладонь. Разотри масло между ладонями. Нанести на всю длину волос, пригладь и расчеши. Ускорять мне рост волос не надо, поэтому втирать масло круговыми движениями я не буду. Есть ли результат? Я бы хотел это узнать от вас. Кто-то задумывался, какие достижения бибоев из стран СНГ. Посмотрим только на Red Bull BC One. Bluetooth, Flying Buddha, Бибой Ян, Колобок, Чирита, Алкалил, Плуто, Робин и Кило Коля. Мне кажется, это не маленькие достижения. Столько человек бились за первенство. Мировое первенство. Я же еще не говорю про Battle of the Year. Ну, как-то странно, что у нас никто не знает об этом, кроме тех, кто крутится в мире бибоинга. В связи с этим я и хочу немножко продвигать это движение. Вскоре состоится международная битва стилей во Владимире. 16 апреля. Чем интересна эта битва стилей, то что они сделали ограничение профиков до 25 лет. А для тех, кто старше 25, сделали отдельную номинацию, которую назвали ветераны. Это очень круто, так как молодняк будет как бы пробиваться, что ли, и будет знать, что есть шанс показать себя. Ну, что ты делаешь, а? Без кота жизнь плоха. Следующая новость пришла от бибоя Сапы и его крю. Break Nuts Crew. Они победили в отборе на 20th Century B-Boys 14th Anniversary. Соответственно, они поедут в Южную Корею. Держим за них кулаки. Они представляют всю Европу. А может получится продемонстрировать? А? Бакс, ты будешь известным. Я тебе обещаю. Я дам процент с заработка. Благодарю вас за просмотры. Отвечайте на вопрос, стал ли я выглядеть лучше. Подписывайтесь, лайкайте. С вами был Дмитрий Тимощук. Пока.